Что, друзья, приветствую всех на канале Хайнком, и в этом ролике мы с вами поговорим про волновую теорию Эллиота и как ее использовать в трейдинге при построении графиков и так далее. Вообще, что такое волновая теория Эллиота? Давайте разберемся. Это графический метод технического анализа цен. Ее используют во многих стратегиях технического анализа, но это не индикатор и не конкретно торговая техника. Это скорее инструмент для анализа общего настроения на рынке. То есть эта теория появилась у нас в 1930-х годах, когда американский финансист Ральф Эллиот пристально следил за фондовым рынком и начал находить закономерности в его движении. Эллиот обнаружил, что цены меняются по узнаваемым моделям, и эти модели повторяются по форме, могут отличаться по времени и амплитуде. Давайте вообще разберем, какие он считал 13 моделей. У нас есть в этой модели 8 волн, которые входят в две фазы. Фактически фазы — это тоже волны. То есть первая фаза – это импульсная движущая, то есть импульс, коррекция, импульс. То есть пятиволновка, пятиволновая структура. Вторая фаза – это коррекционная, то есть у нас есть коррекция, импульс, коррекция, А, Б, С. Вот. Из пяти волн первой импульсной фазы три двигаются по тренду, да, а две другие являются откатом из-за движения против тренда. Во второй же корректирующей фазе из-за перевернутости две волны будут импульсными, они двигаются по тренду, лишь одна будет корректирующей, она двигается против тренда. Каждая импульсная волна должна состоять из 5 волн, а каждая коррекционная из 3 волн. То есть визуальная оценка субъективна, требования вообще какие волны Эллиота. Вторая волна не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. И третья волна не должна быть выше первой, а также она не может быть самой короткой из 3 импульсных волн. Соответственно, что мы имеем в виду при представлении этого всего? То есть вот у нас есть, да? Раз, волна импульс, коррекция, импульс. То есть раз, два, три, четыре, пять. Вот, это у вас пятиволновка. А далее идет, допустим, там А, Б, С. То есть, видите, у нас происходит как бы смена тренда, да? Таким образом мы можем входить на структуре пятиволновой структуры. Вот. Чтобы более подробно разобраться, вы подписывайтесь на канал в Телеграме, на канал на Ютубе и следите за новыми роликами. Всем пока!